Куча народу с одним мячиком на поле врезается друг в друга и получает от этого огромное удовольствие. Весь вот адреналин мой уходит в американском футболе. Здесь остается чистый дзен. Условия работы компании мне, как игроку американский футбол, вот они мне как раз способствуют. Приходили ребята с работы, тоже поддерживали, там, кричали. Было приятно. Меня зовут Артем, я разработчик компании Bittrex24. И я играю в американский футбол. Это такой необычный вид спорта для России, как минимум по названию. Но на самом деле он такой очень русский по сути. То есть куча народу с одним мячиком на поле врезается друг в друга и получает от этого огромное удовольствие. Перед тобой есть ты, твои товарищи, соперник, человек с мячом, и ты должен угадать, что он сделает. Они должны догадаться, что ты будешь делать. И такие, получается, шахматы людьми на поле. При этом еще они врезаются друг в друга без остановки. Я работаю в компании Bittrex24. Я разработчик в командах e-commerce и BI-конструктора. Весь вот адреналин мой уходит в американском футболе. Здесь остается чистый дзен. Когда мне нужно решить сложную задачу, я выстраиваю в голове сложную логику. Отсутствие лишних эмоций позволяет мне лучше концентрироваться на работе. Условия работы компании мне, как игроку американский футбол, они мне как раз способствуют. Потому что у меня есть расписание, достаточно гибкое, но четкое. Я могу, если мне нужен какой-то выезд, поработать удаленно. Когда мы играли, приходили ребята с работы, тоже поддерживали, там, кричали. Было приятно. Разделился на две ветви. Один — это классический европейский, где играют ногами. Второй — это английское регби. Оно переехало за океан, а в Америке трансформировалось в то, что мы называем американский футбол. Более зрелищный вид спорта, более яркий, динамичный. Каждый раз адреналин, ощущения, эмоции — все происходит и накапливается. Плюс спорт не очень большой, поэтому там очень классные люди остаются. То есть, если ты туда приходишь, и тебя это цепляет, то, скорее всего, ты будешь на одной волне с теми, кто там уже есть. Люди Bittrex, они яркие, динамичные, они дружелюбные, веселые, с ними интересно. На них всегда можно положиться, и с ними никогда не соскучишься.